сегодня кипиш. С днем траура. Добрый вечер, уважаемые родители, уважаемые педагоги и уважаемые гости. Наступил вечер, которого ждали долгие годы. Сегодня выпускники заканчивают школу. И заканчивают его на легендарной Оршанской земле. И что знаково, в год исторической памяти. Сегодня по-особому светит солнце. Сегодня особенно волнительно на душе у родителей. Сегодня переполняет гордостью педагогов за выпускников. И сегодня все мы в этом зале, глядя на выпускников, вспомним, какими мы были много лет тому назад. Готовы? Тогда встречаем выпускники 2022 года! Умные, красивые и, несомненно, талантливые. Все эти аплодисменты сегодня вам. Дорогие друзья, по традиции наш праздничный вечер открывает директор школы Елена Константиновна Шишакова. Всем добрый вечер. Вы знаете, неспроста мы, наверное, свое такое вот праздничное мероприятие, будем говорить, начали с такого выхода. Вы, наверное, все согласитесь. Сегодня был у нас просто подиум красоты, юности, нежности. В общем, все, что можно назвать любым прилагательным, сегодня это здесь. Ну, а, конечно, в роли кутюрье выступают прежде всего, конечно, педагоги и родители. Так что вам огромное спасибо за ту красоту, которую мы сегодня видели на этой сцене. Поаплодируем.
Ребята, ну вот наше с вами путешествие длиной в 11 лет, как бы ни грустно это было, заканчивается. Но у вас сегодня счастливые лица, у вас все позади. Позади 11 лет учебы, позади государственные экзамены, которые, я смело могу сказать, вы все выдержали достойно, с чем мы вас и поздравляем. Сегодня вы получите... Ну, самый основной, будем так говорить, документ, который подчеркивает среднее образование в целом. Сегодня вы каждый получите аттестат зрелости. Мне бы очень бы хотелось бы, чтобы он вам дал ту отправную путевку в жизнь, что вы с этого аттестата начали бы новую жизнь, жизнь в ту профессию, которую вы выбрали. Но прежде чем эту профессию, ее надо получить, то есть чтобы ваша мечта осуществилась, вы поступили туда, куда вы хотите. Ну и, конечно, чтобы вы с честью и достоинством те ожидания педагогов и родителей тоже выдержали, принесли. Но самое главное, я знаю, у вас это все получится. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. И я с полной уверенностью могу сказать, планеты 20-й школы такой больше нет. Она только здесь, она только в этой школе. И я думаю, что двери школы для вас всегда будут открыты, несмотря через год, через два, через пять, через 10, через 15, даже через 50. И мне бы очень бы хотелось, чтобы вы хранили все то, что заложено здесь. Так что... Успехов вам, любви, мира и, главное, просто будьте счастливы, и пусть все у вас будет хорошо. В этот праздничный день поздравить всех педагогов, родителей и, конечно же, выпускников пришла методист управления по образованию Оршанского районного исполнительного комитета Татьяна Викторовна Зюсько. Дорогие выпускники, уважаемые педагоги, гости праздника, я здесь не чужая в этой школе, здесь есть и мои ученики, и поэтому, конечно же, мне очень приятно поздравить всех с этим радостным и немного грустным праздником. Грустный он, конечно, потому что сегодня на самом деле заканчивается ваша школьная пора. Позади все уроки, сданы экзамены. И радостный этот день, потому что наступает тот миг, когда вы выбираете свой жизненный путь. Стоите перед его началом. И пусть та дорога, которую вы выбрали в своей жизни, приведет вас к успеху, поможет вам стать достойными людьми, занять свое место в жизни, в обществе, принести пользу своей родной стране. Конечно, жизненный путь не всегда простой и легкий. Я желаю вам попутного ветра, воли, стойкости в преодолении трудностей. Ну и пусть их будет поменьше. Удачи вам, счастья, дорогие наши выпускники и гости уважаемые. Спасибо, Татьяна Викторовна, за добрые слова. Дорогие ребята, долгих 11 лет вы шли к этому дню. К этому дню получения заветного аттестата. Всего несколько мгновений, всего несколько ступенек вас отделяет от получения аттестата, с получением которого... закончится детство и начнется уже взрослая жизнь. Итак, дорогие друзья, мы начинаем торжественную церемонию вручения аттестатов. И я приглашаю на сцену снова директора школы Елену Константиновну и заместителя директора школы Татьяну Николаевну Метлицкую. Хочу пожелать выпускникам удачи, потому что все остальное у вас уже есть, да, а удача не помешает. Родителям и вашим родственникам хочу пожелать терпения, потому что до сих пор у вас были волнения за детей, а сейчас начинаются волнения за взрослых уже людей. Ну, а учителям хочу пожелать набраться за лето сил, да, забыть все свои, да, и с радостью прийти 1 сентября и опять приступить к новому конвейеру получения вот таких вот замечательных, красивых, умных, воспитанных, пока еще детей.
аттестат особого образца, а также диплом второй степени как победитель Республиканской олимпиады по немецкому языку и благодарность за целенаправленную добросовестную работу в изучении немецкого языка вручается Мишаевой Дарье Андреевне. Особого образца и золотая медаль вручается Сафаровой Божене Андреевне. Аттестат особого образца, а также диплом победителя Республиканской олимпиады по химии вручается Свищевой Екатерине Александровне. Аттестат особого образца и диплом второй степени победителя Республиканской олимпиады по учебным предметам «Белорусский язык, белорусская литература» вручается Улимаевой Валерии Алексеевне. А сейчас аттестаты без коробочек, но не менее значимая, да, не менее добываемая. Аттестат вручается Анисимову Глебу Вячеславовичу. Аттестат вручается Осташко Никите Олеговичу. Вручается аттестат Бушлякову Вадиму Викторовичу. А следующей ученице вручается два документа. Аттестат, грамота и свидетельство. Вручается Володько Алене Юрьевне аттестат об окончании средней школы, а свидетельство об окончании образцовой арт-студии «Вдохновение» Государственного учреждения образования «Средняя школа номер 20» города Орша. Аттестат вручается Жуковской Марии Дмитриевне. Похвальный лист за особые успехи в изучении учебного предмета немецкий язык, а также диплом победителя Республиканской олимпиады по немецкому языку, а также благодарность за целенаправленную добросовестную работу в изучении немецкого языка. Ну и это как приложение к аттестату об общем среднем образовании вручается Корбан Александре Дмитриевне. Аттестат вручается Костюковой Маргарите Андреевне. Похвальный лист за особые успехи в изучении учебных предметов английский язык и обществоведение, а также аттестат об общем среднем образовании вручается Кукушкина Виктория Евгеньевна. А следующие ученицы более значимые награды были вручены на торжественной линейке.
Сейчас же грамота за активное участие в спортивной жизни школы, диплом первой степени как победителя Республиканской олимпиады по физической культуре и здоровью, а также аттестат об общем среднем образовании вручается Латковой Софии Игоревне. Диплом победителя международного конкурса по информатике и вычислительной логике «Бобер-2021» и аттестат об общем среднем образовании вручается Ломонову Максиму Дмитриевичу. В общем среднем образовании вручается Медведеву Михаилу Ивановичу. Грамота за активное участие в спортивной жизни школы, а также диплом победителя Республиканской олимпиады по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» и аттестат об общем среднем образовании вручается Махначеву Станиславу Олеговичу. Аттестат об общем среднем образовании вручается Новиченко Марии Андреевне. Аттестат об общем среднем образовании вручается Орлову Илье Викторовичу. Грамота за активное участие в общественной жизни школы, а также аттестат об общем среднем образовании вручается Петрову Илье Павловичу. Похвальный лист за особые успехи в изучении немецкого языка обществоведения. Диплом победителя Республиканской олимпиады по обществоведению и благодарность за целенаправленную добросовестную работу в изучении немецкого языка. Ну и также аттестат об общем среднем образовании вручается Садовской Елизавете Сергеевне. В общем среднем образовании вручается Сиваковой Анастасии Васильевне. Аттестат об общем среднем образовании вручается Холманову Владиславу Дмитриевичу. Аттестат об общем среднем образовании вручается Шамалову Назару Владимировичу. Аттестат вручается Шафранскому Вадиму Николаевичу. Дипломом победителя международного конкурса по информатике и вычислительной логике «Бобер-2021», а также аттестат об общем среднем образовании вручается Шумскому Илье Викторовичу.
Похвальны ли за особые успехи в изучении учебного предмета математика и аттестат об общем среднем образовании получает Шушкевич Дмитрий Сергеевич. Аттестат об общем среднем образовании вручается Ярмоличу Даниле Дмитриевичу. Спасибо, Татьяна Николаевна. А мы продолжаем церемонию вручения аттестатов. Для вручения аттестатов выпускникам 11 Б-класса я приглашаю на сцену заместителя директора по учебной работе Татьяну Александровну Томашову. И у меня в руках новый документ. Тоже аттестат. Но это аттестат особого образца. Он вручается классному руководителю Хоруженко Надежде Владимировне в том, что она являлась классным руководителем и в 2022 году выпустила 11 А-класс из стен государственного учреждения образования средняя школа номер 20 города Орши. Держу в руках аттестат зрелости и хочу сразу поблагодарить своих коллег за помощь, за понимание, за внимание, за терпение. Хочу сказать слова благодарности родителям за воспитание детей, за то, что вы всегда готовы были подставить плечо, если это нужно было. Дорогие мои, любимые, самые замечательные. Самая талантливая. Смотрю. Красивые, взрослые, счастливые. Сегодня ваш последний вечер в стенах школы, где вы еще полноправные хозяева. Но осталось совсем немного времени, и вы покинете этот дом, который, я надеюсь, стал для вас родным за время учебы. Позади экзамены, волнения, тревоги, слезы, первая любовь, первое переживание. Но все это пройдет, а школа останется у вас в памяти самым счастливым, самым радостным воспоминанием. Хотя, наверное, не все было так ровно и гладко, как хотелось бы. Впереди вас ждет новая дорога с новыми встречами, с новыми друзьями, с новыми открытиями. С новыми взлетами и падениями. Пусть путь ваш будет успешным. Оставайтесь верными себе и своим мечтам. Помните хорошее, забывайте обиды. Не отступайте от своей мечты. Всегда стремитесь к лучшему, не останавливайтесь. Еще недавно, прячась за букеты, входили вы с волнением в первый класс. И вот напутственным советом родная школа провожает вас. Осталось детство в школьных коридорах, звонки умолкли, стихли шум и гам. И лишь воспоминания в разговорах звучат повсюду тихо, тут и там. И есть что вспомнить: взлеты и падения, и смех, и слезы, дружбу и любовь, как голова трещала от учения, и стерся о гранит эмаль зубов. Вы подросли, окрепли, возмужали, готовы горы на пути свернуть. Ваш день настал, его вы долго ждали. Сомнения прочь, смелее, в добрый путь. Пусть вам во всем сопутствует удача, и сбудется заветная мечта. И даже к нерешаемой задаче находится решение всегда. Счастливой вам дороги, я вас люблю. Примите эти цветы от нас.
Дорогие друзья, я не случайно сказал в начале вечера, эти ребята действительно талантливые. Они освоили не только школьную программу, но и добились успехов во многих сферах деятельности. Например, Лоткова София является обладателем премии специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Володько Алена в составе образцовой арт-студии «Вдохновение» покорила не только белорусского, но и зарубежного зрителя. И сегодня участники этого коллектива пришли поздравить не только Алену, но и всех выпускников. Ну, Никита со мной здесь рядом постоял, прям такой маленький. Он большой, присаживайся, спасибо. На сцене, как вы уже поняли, образцовая арт-студия «Вдохновение». Здравствуйте всем. Нам очень хочется поздравить нашу замечательную девочку с этим чудесным днем. Пожелать тебе, Алена, сил, потому что дойти до финала 11 лет в нашем коллективе очень сложно. Это практически невозможно. Доходят единицы просто детей, потому что это адский труд, это очень-очень тяжело. И я очень благодарна тебе, твоим родителям за поддержку. Мы очень тебя любим. Хотим, чтобы ты была самая счастливая, но не забывала, что самое лучшее вообще в жизни воспоминания — это воспоминания о детстве. Вот, чтобы ты не забывала. Тебе друг. Пусть твой путь будет, Алена, светлый, светлый и очень-очень чистый. Но сейчас мы вам покажем премьеру номера. Мы совсем недавно вернулись все вместе из Санкт-Петербурга, где познакомились воочию с Михаилом Боярским. Специально для него готовили этот номер. Благодаря его сыну мы встретились вместе с ним. Все поплакали от радости. Вы вторые, кто видит сегодня этот номер. И хотим, чтобы вы получили тоже удовольствие. Итак, для вас попурри, который называется «Старый альбом». Гости в этот вечер никого я не жду. Звезды во тьме спят за окном. Тихо в кресло сяду я и лампу зажгу, и старый открою альбом. Все, чем дорожу я и в душе берегу, вдруг оживит старый альбом. Прошлое, которое забыть не могу, листаю я вновь день за днем. Всегда в часы выходного дня просит сказку сын рассказать меня. До предела надоело это дело мне и тогда. Не добавляя почти ничего,
Снится мне часто маленький остров, вы не ищите на карте его. Давайте покажите, как вы нас любите. Вот, вот это я понимаю. Ну и следующий номер. Мы отправимся с вами. Надеюсь, что все вы станете успешными и удачными, дорогие ребята. Поздравляю вас всех искренне. Желаю, чтобы весь мир был вам открыт. Чтобы вы не стеснялись заявлять о себе. Чтобы вы не боялись быть счастливыми, успешными. И давайте отправимся в Италию. Тут Алена наша практически солистка, так получилось. Поэтому, надеюсь, вы получите большое удовольствие. Спасибо. Quel vestito da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano, ma sei proprio tu. Amore mio, io non sono persona l'unico, ha nascosto il cuore tu, una storia irrinunciabile, io non sono più tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono dolce il conforto.
хочу вас пригласить на эту сцену. На самом деле говорить очень сложно, потому что очень много эмоций. Я хочу сказать спасибо большое за все, то, что вы делаете, то, что вкладываете в меня, верите и вообще помогаете сбываться нашим мечтам и правильно верить. Спасибо за все. Я вас всех очень люблю. Я всегда буду рядом с вами. Всегда? Да. И в знак благодарности хочу поблагодарить вам эти цветы. Thank you.
станет, я буду перед глазами. Моих детей и голосами видите, нас просто меняют местами. Таков закон сами. Сколько бы нам ни было лет, 5, 15 или 50, для своих родителей мы всегда останемся детьми. Мама, у тебя макияж, помню это. Дорогие родители, вы всегда были рядом с нами. Делали с нами уроки, провожали в школу с добрыми наставлениями. А сегодня мы покидаем школьный двор. Вы можете поздравить нас с этим этапом образования и нашего становления. Желаю вам всегда оставаться такими заботливыми, любимыми, смешными и смелыми родителями. Желаю терпения, большой гордости за каждый наш самостоятельный шаг и за каждый его достижение. Спасибо вам, дорогие родители, что вы всегда любите нас и всегда рядом. Сегодня не только наш праздник, но и ваш. Ведь все эти 11 лет вы нас любили, уделяли внимание. Каждая частичка вложена в нас. Каждый раз, когда мы шли в школу, мы думали, что же будет, когда мы придем домой? Нас похвалят или скажут, ну надо было лучше. Именно эти 11 лет дали нам понять, что родители — это не только душа, но и то, к чему мы должны стремиться, к чему мы должны держать планку. Спасибо вам огромное за тот неоценимый вклад, в который вы нас вложили, и то, за что мы, конечно, можем вас поблагодарить. И эту песню мы решили посвятить вам. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас. Только что прозвучали такие замечательные, такие хорошие, такие теплые слова в адрес родителей.
Вы знаете, мне тоже хочется обратиться к родителям. Подскажите, пожалуйста, у вас выпускается сын или дочь? Сын. Как зовут сына? Никита. Скажите, Никита сдал экзамен хорошо? Да. Волновались за него очень? Очень. Никита сдал экзамен хорошо. А какой секрет успеха? Вы ложили учебник под подушку или в полночь форточку кричали «Халява, приди»? Забота и внимание. Забота и внимание. Вот он секрет. А у вас сын или дочь? Дочь. Как зовут дочь? Мария. Мария экзамен сдала хорошо? Да. Замечательно. У вас секрет есть успеха? Как и все. Ложили учебник под подушку. Вот он, учебник под подушку. А вы помните, как вы учились в школе? Какой у вас предмет был самый любимый? Все были любимые. Вот так, все любимые. Мамы и папы, пожалуйста, очень честно, поднимите руки, кто хотя бы раз в школе получал двойку. Вот, дорогие выпускники, полюбуйтесь. Дорогие учителя, лучше не поворачивайте. Спасибо, опустите руки. А теперь, честно-честно, мамы и папы, кто хотя бы раз в школе списывал? Опустите быстрее руки. Вот это, дорогие выпускники, тот редкий случай, когда не нужно брать пример с ваших родителей. Ну, давайте поаплодируем им. Это был небольшой экзамен. Но у вас я не спрашиваю, кто списывал, потому что аттестаты придется вернуть. Это был небольшой экзамен для родителей. И подвести итоги этого экзамена я снова приглашаю на сцену директора школы Елену Константиновну и заместителя директора школы по учебной работе Татьяну Николаевну. Вы знаете, очень приятно на заключительном родительском собрании видеть всех родителей. Что в последнее время крайне очень редко это бывает. Так что... Спасибо, родители, вы что сегодня вы в полном составе. Выражается благодарность за хорошее воспитание сына Осташко Олегу Леонидовичу и Анастасии Георгиевне. Выражается благодарность за хорошее воспитание дочери Мишаевым Андрею Олеговичу и Елене Владимировне. За хорошее воспитание сына выражается благодарность Бушляковым Виктору Витальевичу и Анне Валерьевне. Выражается благодарность за хорошее воспитание дочери Петрусевым Виталию Николаевичу и Наталье Михайловне. Также за хорошее воспитание дочери выражается благодарность Корбан Дмитрию Валерьевичу и Олесе Николаевне. За хорошее воспитание сына выражается благодарность Орловым Виктору Анатольевичу и Светлане Владимировне. За хорошее воспитание дочери выражается благодарность Кукушкиным Евгению Леонидовичу и Наталье Валентиновне. За активное участие в жизни школы и хорошее воспитание дочери выражается благодарность Лазовским Ивану Михайловичу и Ирине Леонидовне. Она выражается благодарность Ярмолич Марине Анатольевне. За хорошее воспитание сына выражается благодарность Петровым Павлу Михайловичу и Елене Владимировне. За хорошее воспитание сына выражается благодарность Коротиным Сергею Георгиевичу и Ольге Петровне. За хорошее воспитание сына выражается благодарность Колмановой Олесе Викторовне. За хорошее воспитание сына выражается благодарность Медведевым Ивану Александровичу и Марине Анатольевне. За активное участие в жизни школы и хорошее воспитание сына выражается благодарность Тупицким Юрию Витальевичу и Надежде Валерьевне. За хорошее воспитание дочери выражается благодарность Сафаровым Андрею Александровичу и Елене Викторовне. За хорошее воспитание дочери и активное участие в жизни школы выражается благодарность Гусенцову Андрею Филипповичу и Овсянкиной Валентине Николаевне. За хорошее воспитание сына выражается благодарность Махначевым Олегу Михайловичу и Елене Евгеньевне.
хорошее воспитание сына выражается благодарность Шафранским Николаю Николаевичу и Елене Егоровне. Также за хорошее воспитание дочери выражается благодарность Садовскому Сергею Евгеньевичу. За хорошее воспитание дочери и активное участие в жизни школы выражается благодарность Карабкиным Татьяне Николаевне и Андрею Викторовичу. За хорошее воспитание сына выражается благодарность Шушкевич Сергею Егоровичу и Наталье Николаевне. За хорошее воспитание дочери выражается благодарность Новиченко Андрею Васильевичу и Татьяне Александровне. За хорошее воспитание дочери выражается благодарность Костюковым Андрею Александровичу и Татьяне Ивановне. За хорошее воспитание дочери выражается благодарность Латковой Светлане Владимировне. За хорошее воспитание дочери выражается благодарность Жуковским Дмитрию Ивановичу и Елене Владимировне. Также за активное участие в жизни школы и хорошее воспитание дочери вручается благодарность Володько Юрию Викторовичу и Татьяне Николаевне. За хорошее воспитание дочери вручается благодарность Мысько Олесе Игоревне. Выражается благодарность Анисимову Вячеславу Александровичу и Ольге Владимировне за хорошее воспитание сына. Выражается благодарность Подскрёбкиным Игорю Николаевичу и Ольге Николаевне за хорошее воспитание сына. Дорогие наши любимые дети! Закончилась школьная пора. Мы на пороге взрослой жизни. Для вас открывается множество дорог. От лица всех пап. И мам. Сестрёнок. И братиков. Пожелать каждому из вас выбрать тот путь, который приведет вас к успеху. Пусть рядом с вами всегда будут верные и надежные друзья. Любимые и дорогие для вас. Желаю вам поймать раньше за хвост. Мыслить позитивно. Не сдаваться. И идти вперед. Быть спортивными и выносливыми. Ценить жизнь, быть собой, ценить каждый миг. Слушать свое сердце. Творить добро, верить в мечту и идти к ней. Будьте примером для других. Пусть перед вами открываются все двери. Ребята, желаю вам найти в вашей жизни свою главную дорогу, чтобы она была ровной и чтобы у вас всегда был зеленый свет на ней. Весь мир понимает, ступайте смелее, а мы постараемся вас поддержать. Мальчишки, будьте сильными и независимыми. Я не хочу этот... Девчонки, будьте помогать. Мальчишки, будьте сильными и независимыми. В небе жизни светит звезды небывалой красоты. Мы хотим, чтобы воплотились ваши звездные мечты. Храните в сердце воспоминания вашего земля. Ждет вас скоро счастливое завтра, новая жизнь, новый мудрый урок. Не забывайте, родители, и в любую эпоху возвращайтесь домой. Главное стремиться, главное верить. Впереди у вас новые высоты и свершения. Верьте, вы можете все изменить. И будьте такими, как мы. Будьте лучше нас. Мы вас любим.
Дорогие ребята, таких высоких успехов вы смогли добиться благодаря талантливым педагогам. И, конечно же, благодаря самым дорогим, самым любимым людям на земле, вашим родителям. Они за руку вели вас в первый класс. Они переживали за экзамены, во время экзаменов. Они были в минуты радости с вами. Они поддерживали вас в трудные мгновения жизни. Они и сегодня здесь. Они в зале, они на экране, и они на сцене. Дорогие выпускники, на сцене ваши мамы и папы. Такими вы их еще не видели. Только мам на сцене. Особенно так аплодировали папы, я заметил там из-за кулис. И также на сцену сейчас я снова приглашаю маму. Добрый день, уважаемые выпускники. Добрый день, дорогие учителя. Добрый день, родители. Так получилось, что когда-то я давным-давно заканчивала 20-ю школу. А потом мой брат заканчивал эту же школу. В 2019 году 11-классником был мой старший сын Василий Шамалов. А сегодня Назар Шамалов, 11-й А-класс, заканчивает
школу номер 20. Поэтому для меня стоять здесь на сцене очень почетно и волнительно. Каждый из вас сейчас похож на маленького птенчика перед большим полетом. Наказов матери не слыша, под гулким шумом городским стоял малыш у края крыши, и было небо перед ним. Пускай он в нем ни разу не был, оно звало его опять, ведь кто родился рядом с небом, о нем не может не мечтать. Оно звало весенней синью, ветрами гулкими трубя, но где найти такую силу, чтобы в него поднять себя? Казалось, этой силы нету, но видел он, как наяву его сородичи по небу с домов ныряли в синеву. Была дорога их прямая уже у солнца самого, а он стоял, не понимая, что крылья есть и у него. И вот, сомнение осилив, до неожиданности смел, еще не зная силы крыльев, он в них поверил и взлетел. Крылья каждого из вас берут начало в ваших сердцах. А ваши сердца содержат много света. И этот свет поведет вас дальше по дороге вашей жизни. И самое главное в этой жизни — сохранить этот свет внутри себя. И тогда ваши крылья станут огромными, больше, чем ваше сердце. Вы почувствуете их за своими спинами, и вы почувствуете, как вы летите, летите по жизни. Конечно, много испытаний может встретиться на вашем пути, но самое главное — сохранить внутри этот свет. Я желаю вам победы. Победы на предстоящих тестированиях, победы в выборе вашей профессии, победы в жизни. Но хочу, чтобы вы помнили, победа — не аплодисменты, не блеск эмоций от вершин. Победа — важные моменты развязки следствий и причин. Победа, но кому в угоду? Всевышнему лишь одному. Он знает вечную свободу, и все подвластно лишь ему. Любая мелочь и величие — земля, вселенная, океан. Победа — Господа обличье и путь, который им же дан. Ваш путь начинается в вашем сердце. Вам нужно только его увидеть. В путь, крылатые сердца! Спасибо большое. Но кроме слов выпускникам, мне бы хотелось сказать очень важное слово человеку, который долгое время был для вас очень дорогим. Я женщина, я мама. У вас тоже была мама. И мне бы хотелось сказать слова благодарности Хоруженко Надежде Владимировне. Да, еще одной маме. Моего сына. Самое главное всегда чувствовать, что когда ты не находишься рядом со своим сыном, дочерью, рядом с ним находится кто-то, кто заботится о нем, оберегает его, и на кого всегда можно положиться, у кого всегда можно спросить, а кому, как он там? И я очень благодарна Надежде Владимировне за то, что я могла это сделать. И от имени всех родителей я благодарю вас за то, что вы есть. Школа — это первый учитель, это экзамены и, конечно же, школьный вальс. Дорогие мамы и папы, сейчас вас, ваши уже взрослые дети, пригласят на особенный родительский вальс.
Александра Корбан. Дорогие наши родители, столько слов благодарности вам сегодня сказали, и я не хочу оставаться в стороне. Я тоже хочу вас поблагодарить за все ваши усилия, которые вы приложили для того, чтобы у нас, выпускников, этот вечер выпускной запомнился нам на всю жизнь. И эту песню я хочу посвятить не только родителям, но и, конечно же, выпускникам, всем моим одноклассникам. Мы разрисуем все заборы своими стихами. Достань, пожалуйста, краску из рюкзака. Нам ни к чему учителя, мы придумаем сами правила русского языка. Когда экономят силы все остальные, мы заранее готовимся к ностальгии. Мы решили, дорога каждая минута, мы валяем дурака. И пока впечатление наша валюта. Мы сказочно богаты, сказочно богаты, сказочно богаты. Ты и я. Эй, подожди, куда ты? Подожди, куда ты? Подожди, куда ты? Молодость моя. Дорогие друзья, а сейчас наступает самый трогательный момент сегодняшнего вечера. Дорогие ребята, свеча считается символом очага, семейного очага. Все эти 11 лет вы находились в школьной семье. И сегодня, передавая в руки ваших родителей, уже вас взрослых, даже, наверное, не взрослых, повзрослевших, мне хочется, чтобы вы этот семейный очаг пронесли всю свою жизнь. И знайте, что свеча всегда боготворит. Будьте честными, будьте справедливыми. Берите от жизни все самое лучшее. Не бойтесь трудностей, преодолевайте их. И знайте, что родные и близкие всегда будут рядом с вами. В добрый путь нам вас будет очень не хватать. И знайте, мы вас все очень любим.
На родной город совсем скоро опустится ночь. Летняя, короткая, теплая ночь. Но уже через несколько часов, с первыми лучами солнца, вы проститесь со школой. Вы навсегда проститесь с детством. А теперь загадайте свое самое заветное желание. Загадайте и загасите свечи. А мы все вместе желаем вам, чтобы эти желания, загаданные сегодня, обязательно исполнились. Заканчивается день. Заканчиваются школьные годы. Но самые яркие впечатления, самое значимое достижение, все самое лучшее впереди. Все еще только начинается. В добрый путь! Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве, карусель. Прекрасно.